По шестому маршруту начал курсировать троллейбус с символикой года добровольчества. Это один из этапов рекламной кампании, задача которой – привлечь внимание ивановцев к волонтерскому движению. Сейчас в области более 150 общественных добровольческих организаций. Направление их работы самое разное – от пропаганды здорового образа жизни и защиты окружающей среды до помощи ветеранам, пожилым людям, инвалидам. Волонтеры уверены, что найти немного времени и сил на общественно полезную работу может каждый. Для тех, кто еще сомневается и не знает, как и кому можно помочь, представители добровольческих объединений города планируют устроить несколько экскурсий на волонтерском троллейбусе. Троллейбус – это больше как реклама самого добровольчества, она привлекает людей. То есть люди, которые будут заходить, они будут узнавать и больше узнать о добровольчестве, и, возможно, могут сами туда записаться, если они захотят. И это привлечение молодежи и вообще граждан в добровольчество.